Спайдермен сразу тяп. И забрал, блин, промокодик. Хорош. Здорово, ребят. Здорово всем. Всем привет. Тоже хочу промокод. Первым приходить надо на стрим. Первым приходить. Вот Лизермен, видишь как? Чел, конечно, стрим залутал. Видимо, из-за того, что второй, да, стрим запустился. Запустился второй стрим, потому что. Ну, это нормально. Привет, ребят. Да, надеюсь, вы подвалите на контентик, ребят, потому что ВК Плей сейчас очень старается. Если кто там за Саней Вудушем следит, ему второй уже турнир спонсируют с хорошими призовыми, там, с кастерами, с этим. То есть они вот именно, если как бы не просто стримеров, да, на площадку свою заманивают, но вот устраивают контент, в том числе для зрителей, да, не просто придет чел, там, мультики посмотрит, а именно... Какое-то соревнование, вот у нас в том числе, надеюсь, хорошо зайдет, надеюсь, им понравится и вам понравится. Да, формат такой, не сказать, что не обкатанный, обкатанный, но хотелось бы немного в другом стиле, но попробуем так сначала, а там посмотрим. Запись, ну я постараюсь запись сделать, ребят, если интересно, будет выложить. Но, конечно, в идеале туда прийти. Здорово, Арчмагистр. Привет. Здорово, Кекс. Спасибо за стримы. А когда примерно StarCraft будет? Ну, я ламыча посмотрел. Прям кайф, пусть и компанию проходит. В понедельник будет. Осталось 5 секунд. Понедельник ожидаю. Там посмотрим, сам тоже поиграй, да. Не против. Так, кого берем, ребят? Четверка нам выпала. Брюмастер, четверка, фигня. Осталось 10 секунд. Лича. Блин, кстати, Лич тоже сейчас крутой, я слышал. Семь часов назад я на ВК Плей просто подрубил, потестил, все ли работает, все ли заходит, все ли нормально, и все. Ничего там не стримил. Everybody, тин-тин-тин-тин. Инвоки Кирилл. Ну, я на медовом очень жесткий. На медовом инвокере я очень жесткий, но сейчас мы на четверочке будем. Так, все, постик дал, все дал. Так, мы играем против вот этих, да, супчиков? Чё, Vessel против них не нужен, типа? А вот и Лич. Кто просил? Костя, вот тебе на. Здорово, Децл. Мне хорошо известно. Приготовьтесь к битве. Немедленно. Как вам закуп? Слова силы. Приступаю.
Выходной сегодня. Ну, как бы... Да, выходной, но вечером работаем. Внимательно. Сферы освещают мой путь. 30 секунд до начала сражения. Пака, здорово. Здорово. Победишь? Ребят, играю на четверке. Ситуация такая, что винрейт 55% будет. 55% винрейт. Смотрите, по ставкам, если выгодно сделать ее, то делайте. Битва начинается. Бля, какая у тебя билка, Дивуля, ты серьезно? Она, блин, качнула, но это хорошо. Но почему лич с новой? Хотя, с другой стороны, ему на линии потом будет тяжело. Первый раз ютубом воспользовался. Да ты гонишь, блин. Ой-ой-ой. Трипла у нас. Здорово, ребят, здорово, или здорово. Здорово всем. Короче, сейчас 1.5-2 часика поиграем. 3 игры, я думаю, сыграем. Вас разогреем, расскажем вам о турнире, потому что вы ж хер придете, если вы уж в Телеграме никто ж не читает, правильно? Вот. И, соответственно... Да это пиздец, день сурка какой-то. Почему опять третий чел прибегает здесь? Блять, побежали пешком. Нормально. Это победный. Так, а инвокер... Как инвокер? Он хотя интеллектуал, да. Здорово всем, ребят, здорово. Сегодня на брюмастере хочу сыграть. Блин, брюмастер вообще что-то мне понравился. 0 экспы у меня, кстати, вообще. Кто-то заметил? Бля, мне нравится, что они втроем стоят, качаются и не отгоняют андерлорда. Это славно. Вашу центральную башню атакуют. Курьер сил тьмы был убит. Опа, от пули амбус. Вперед. Блин, тить как крипы с флаговиком разваливают вообще без шансов эту точку. Легкая монета. Мне скучно. Сражайся. Не, у нас пошла синергия. Вообще, посмотри, как прохарасил этого бомжа. Конечно. Эх, еще бы этих спулить, надо было раньше сообразить. С радостью. Чатик на экран, а что, без него уже не так? Не очень. Здорово всем, ребят. Здорово всем. Сейчас. Приступаю. Здесь. Я хорошо помню это заклятие. Ухожу. Охренеть, ты что творишь? И где моя кнопка, бля, Дота? Ты, сука, кнопки куда деваешь? Хорошо.
кладбищенский взнос. Конечно. Смотри, как гоняем, блин. Смотри, как линию просто разваливаем в нулину. Да. Просто страдает этот нубас на урсе. Немедленно. На. Отпрыгнул даже. Это хорошо, да? Так тому и быть. Нельзя. Есть, здорово. Здорово, ребят, всем пусечка, здорово. Обязуюсь. Вокер сложный герой? Ну, относительно, да, сложный. Развел на ресурсы. Не, ну Underlord без второго скилла тут. Я всю игру буду разводить на ресурсы, если честно. Туда? С такой прокачкой. Уже ушел. Вперед. Ну, PvE game, стоим пока, качаемся. С онли урса. Концентрация. Получила тварь. Или? Это утомительно. На меня надо. Вашу нижнюю башню атакуют. Реально, гангать инвокера без инви, без достов, блин. Вы чё, блин? Ну даёте, блин. Надо умереть, чтобы урну зарядить, правильно? Могу позамедлять их. Замедляю, брат. Смотри, замедленные. Замедляю крипов, чтобы не запулили. Бля, какой я полезный. Просто сумасшествие какое-то. Немедленно. Вашу центральную башню атакуют. Из недр волшебства. Если нужно. Внимание. Нам белочка добал стак, сделал. Хорошо здесь. А дождик, ты не хочешь кастануть на двойной пул и на урсу, братан? Нет? Ну, пусть фармит тогда. Почему нет? Почему нет? Так, ладно, я ушел с этой точки, ребят. Здесь я познал все, что мог познать. Поехали. Ча внизу грязь будем творить. В путь. Туру-ту-ту. Я прям телепаюсь, чтобы быстрее творить грязь. Хорошо. Да. Ай, спалили! Хотел написать тебе, как ты хуёво играешь на инвокере. Спалили. Потом вспомнил, что у меня 2300 ММР и завалил ебало. Хорошей игры. Бля!
Так это четверка, пока отыгрываю ровно на четверку. Спасибо большое. Укрепили свои сооружения. Так, я ушел, он не сдох, да? Просто на базу сбегал. О, заряд есть в урны, нормально. Нормально. Где мы можем сотворить какую-то грязюку, ребят? На миде, думаете? Ну ладно, согласен с вами. Согласен с вами. Спрятался в кустах. Сейчас пойдет дело. Приступаю. Мне скучно. Она обосралась. Она обосралась, я вам отвечаю. Туда? Так, ну вообще моя задача здесь левел просто пополучать. Концентрация. Саппорты умирают? А что, саппорты должны убивать или что? Судьба саппорта, он умирает. Особенно с Андерлордом, который не качает вторую на линию. Против триплы. Мудрец нападает. Просвещенный готов. Так, я на готове, брат, если тебя начнут это. С радостью. Блин, пятый не успел добрать, но надо это подваливать сюда. Нет, они не идут. Обязуешь. Надо брать сюда тогда. Чат на экране. Вот он. Вашу нижнюю башню атакуют. Туда. Блин, урона мало. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Блин, там башни нет уже. Странно, что она меня даже нож не втыкает. Внимательно. Я впервые такой вижу. Алло, крип. Почему он не сагрился на выстрел? Приступаю. И почему инвокер не хочет мид фармить? Я тут его подстраховал бы. Вперед. Ну, если бы он не шел в ту сторону, конечно. Обязуюсь. Двойной урон. Уже шестой, блин. Так, нужно вот это кольцо. Man, you're going like this when you know it's three players, right? When I holding this to kill Coop if he dive. Yeah, right, let's go. So it's health for you, it's okay. Причем тут вард вообще, он пошел сюда в тень, тут белка в кустах сидит. Если бы он играл аккуратно от того, где я его прикрываю, то они... Так, он на Сларка что-то бычит. Вашу центральную башню атакуют. Да, идите у них леваки, мне тоже такой нужен. О, найс. Плюс найс. Так, это чел фарме, да? Че у него? Бутсы есть. Родов Атос, жестко. Так. Весел мне тут не нужен, наверное. Но что мне тут нужно?
Я даже не понимаю, ребят, что-то на первый взгляд. Они перемещаются наверх, да? Сбегаем за рункой. They smoked right here. Be careful, top. Top four players, we coming. Я буду помнить. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Сферы освещают мой путь. Я ускользаю из вида. Мне скучно. Вашу центральную башню атакуют. Концентрация в экстремис. Так, найс. Конечно. Да, надо, возможно, уже скоро Ешку брать. Мой ум, мое божество. Так. Этого не надо, вот белочку. Ай-яй-яй! Доля секунделы, ребят, была. Так, ну это без меня, у меня ничего нет. I have no resources, I go base. Так, нужна ли нам здесь веселька еще раз? Ну веселька, ну не против кого. There is a lot of creeps on bottom. Someone go farm. Верхняя башня противника разрушена. Лотус? Блин, как будто просто алебарду сварить здесь и все, и балдеть. Или глиммер. Вот начать с глиммера, а потом все остальное. Как сказано. Форставчик тоже, да. Ухожу. Так, иду сюда. Так, что этого чела? Почти рот отсос. Рот оф отсос. Если кто не понял шутку, еще раз повторяю. Какая скука. Пятерка, шестерка — это важность. Твоя и твоя роль, грубо говоря. Твоя очередь за крипами, можно еще так сказать. Привет. А сетка турика или расписание есть? В ТГ не нашел. А, здорово, здорово. Слушай, пока нет, но я тебе так могу сказать. У нас Вудуш флешка, Крабик Гитман и Кармик Гудок. Вот такие вот у нас пары в ближайшие три дня. Вот прям вот по порядку просто идут. Так, а давайте проверим, сниму ли я ей торнадо руну. Да, снимаю. Круто, круто. Это круто. Это не изменили. Крутая штука. DXD 366, здорово. Здорово. Игры пока не говорим, ребят. Пока игры вот для Вудуша и флешки только. Наверх побежал, значит. А, нет, вон, да. Слова силы. Приступаю. Показываю, брат, показываю.
Так тому и быть. Не поверил в меня, да? Я хорошо помню это заклятие. Личка бы подсейвили, с гримером думаю подсейвим. Так. Так, надо Ешку на один раз. Будет гуд. Неважно, мой ум, мое волшебство. Конечно. Или Торментор. Так, ну я надеюсь, мне достанется. У меня что за шарт? А, у него вот этот член, да, стояк. Есть! Мне дало! Nice! Круто! У меня теперь торнадо... Ой, это ЕМП будет засасывать, ребят. Вообще крутяк. Крутая штука. I just covering you on mid, I have glimmer. Ой. Сам бедняку, ну одному из двух саппортов на рандоме, да. Мне не помешать. Так работает штука. Ухожу. Уже ушел. Летит там три кора телепортируется, чтобы саппорт вы, а тройка вырка. Там же не может быть. Да ладно. Ну давай, убей меня, сдохни. Я надеюсь, тебе это, ну типа. Хорош, хорош, брат. Бля, почему типа не могу-то? Вудуш с флешкой будут играть Evil Within, ребят. 536 за меня и 300 за нее. Бля, походу... Не, ну слушайте... Ну походу она более обоссанная, чем, на... чем я зажиточный, понимаете? При том, что она тройка, а я четверка. Богатая традиция. Крипс. Крипс, no one want, репакс. Сферы освещают мой путь. Хорошо. Что-то коры не хотят фармить крипсов. Это утомительно. Я буду все показывать, ребят, еще раз. Ваша прочитайте, ё-мо, эти это штучки-то. Все для вас бахнул. Так, а я такой медленный пока, почему? Вашу центральную башню атакуют. Летить. Сейчас спрятали. Убежал. Обезумись.
А, они крипчиков побить пошли. А, ёпту, тут еще тролли же были. Тут уже тролли были, блин. Надо, я что-то не увидел, да, надо же их еще отпиздануть-то. В Тае проводит турнир по укуренному настольному теннису. Блин, круто, но я пропущу, наверное. Так, нормально, форставчик еще будет. Тут аганим скоро будет. Жесткая штука, кстати. Какое заклятие истинное волшебство торжествует. Уже ушел. Так, где коры? Кор внизу играет, СФ тут. Погнали под СФчиком. Опа, 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 опа. Телепусь. Камин, 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 камин. Пол секунд ТП. Be careful. Play safe. Нормально. Go fast on top. Fast on top. Russian is weak. Здорово, ребят. Следую за тобой всюду. Да. Памятное заклятие. Истинную скорость. Да, нифига его высасывает. Нифига, вы видели? Да, вот это прикол. Да, вы гоните. Отошла. Сука. Ну ладно, там первый санстрайк 100 урона, все равно бы не убил. Но... Ваша центральная башня разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Из глубин. Велик просвещенный готов действовать. Сферы освещают мой путь. Мое превосходное заклятие. Хорошо. А кто у него виноват-то, я не понял. Он под хук подставился. Причем под тавером, даже куртка бы не спасла уже, блин. А, у меня Сларк в примуте был. Вообще Сларк первый пошел, он как бы нашел чела. Надо было просто, вот да, вот позиционка, да? Можно просто бить в тупую тавер, а можно, видя, что у тебя Сларк здесь, бить его вот отсюда, заходить вот сюда, раз у тебя уже здесь позиционочка есть. Тоже мелочь, но... Ну, блин, ну как можно-то так плохо? Жизненно важная достижение. Немедленно. Чё там, реген появился какой-то у Сларка? Нет? Никакого регена нет, весел не нужен по-прежнему. Ухожу. Мне хорошо известно. Магия распространяется. Ha ha ha!
Блин, хоть октарин какой-то варить. Может, реально октарин взять? Филактерию. Кстати, интересный вариант, но как будто бы надо было первый брать. Интересный вариант. Ну там вначале так плохо было все, что в любом случае. Я думаю, Альберта взять. У них один дэмэдж дилер, Альберт и ГГ. Я не знаю, как он вообще, как Урса будет под инвокером бить с Альбертом. Мне кажется, никак. Филактерия — новый итем. Он типа дамажит. Немедленно. Как сказано. Истинный волшебный спирит. Заклятие, известное только мне. Хорошо. Че, у меня вижу, нет? Есть же вард, кто не поставит. Легкая игра, ребят. Шард? Не, почему дает? Шард увеличивает урон с ЕМП, плюс ЕМП всасывает в себя. Не, шард? Шард прикольный инвокер, мне нравится. Понятно, на кор инвокере ты его не будешь покупать. Попал, попал челом. Из недр волшебства. Центральная башня противника разрушена. Какая скука. Двойной урон. Мне хорошо известно. ЕМП, электромагнитная, ну не пушка, а как-то там, а, ЭМИ, электромагнитное излучение, а ЕМП не знаю, кстати, как. Я про ЭМИ подумал. Электромагнитный пульс, наверное, да, кстати. Подсветил, блин. Кулдаун у него был. Тю-тю-рю-тю-тю-тю-тю-ру. Чё, пушить-то будем, нет? Коры будут, блин, заканчивать. Инкач, здорово, спасибо большое. Я буду Бля, у меня спеллы не надрочены были.
распространяется. Ну, с одной стороны, он прав, с другой стороны, он сам-то чё дом не ломает? Мы чё, что мы тут делаем, если чел не может по домику рейд-кликнуть? Зачем мы там вообще тусили тогда? Так, погнали за Альбертом сбегаем. О, бля, и за этим надо сбегать. Андерлорд. А, у это лича уже есть. Я думал, личу не дали опять. Внимательно. Эксорт Трисолар. Так, все, найс. Квикинг чарм, клево, клево. В принципе, главное на Урсу накинуть до ульта ее. И будет замечательно. 6-5 секунд, вот на перезарядку мне нравится, надо брать. Викамин. Но БКБ. Силы света укрепили свои сооружения. Ну, видите, этот мудак, типа, что-то ныл-ныл всю игру, и в итоге это даже не приходит. Yeah, man, you're too far away from us. Look where you die. We, like, zoned right here. С радостью. Yeah, we can use him if you don't dive this much. Этот чел у меня в преигноре был, а этот как бы сегодня попадет, мне кажется, туда. Не, согласен, я как бы шмотки под него и собирал, но не для того, чтобы он в задние ряды зачем-то. Он... Мы можем хороший строй держать, блин, вообще балдеть их убивать за тавером. Он обегает в инвизе, как ассасин, блин. Сзади. Чтобы я его выбежал и форстафнул, куда? Он и так в жопе уже. Рошан ап, let's go. Так. Вардик мы не убиваем, чисто ходим по нему, да? Так тому и быть. Амин. Мне скучно. В путь. Узри, Лакрити. Концентрация. Сферическое волшебство. Превосходное заклятие. Вашу центральную башню атакуют. Из недр волшебства. Обязуюсь. Вашу центральную башню атакуют. Ваша убить сильный свет.
Ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная башня атакует. Блин, манция кончилась, блин. Уж закончился. Да, так а он без ульта ничего не может. Поэтому, если ему прям до ульта и БКБ дать алебарду, у него как бы проблемы начинаются. Не знаю, нормальная игра. Центральные казармы противника разрушены. Центральные казармы противника разрушены. Мана тут кончается. Ну, с Октарином будет прям балдежно. Согласны? Мы укрепили свои сооружения. Верхняя башня противника разрушена. Верхние казармы противника разрушены. Мне хорошо известно. Так. Экстрагирующий пульс Шимара. Голдстволк. Ой. Моя. Сферы освещают мой путь. Торж превосходит. Мы из глубин. Истинное волшебство. Заклятие. Известное только мне. Так, что, на базу пойдем, манку восстановим? А сколько мне до этого не хватает? О, так у меня Октарин есть. Well. Отлично. Теперь вот кулдауны. Вот минус 6 секунд на торнадо. Два метеорита. Уже, кстати, в принципе-то экзорты хорошие. Можно уже и метеорит кидать. Моя любимая. Немедленно. Да, это чел был замечен. Если нужно. Санстрайк. А, шмотку, кстати, да. Забыл. На саппортах забываю. Ну, хотя у меня в любом случае нормально, мне кажется. Ой. Блин, единственное, вообще этот форстаф, по-моему, ни разу толком не изданул. Ну вообще он создан был для того, чтобы я стоял сзади, а типа мои тиммейты побеждали. Ушел.
башня противника разрушена. Нижние казармы противника разрушены. А, балдеж, балдеж. Миркл мой спином тазует. Да? О, я вам могу фул проказ же показать, если выйдет. Центральная башня противника разрушена. Победили силы света. С Октарином еще, блин. Только балдеж начался. Только балдеж начался. Верка с щитами. То, что она исчезла с карты, я видел вообще чит какой-то. Че это было, блин? Блин, такой урон смешной у кэри в этой игре. Я почти догнал. Но я думаю, вот я только начал метеорит пускать. Я бы мог догнать, на самом деле. Потому что метеорит основной урон наносит. А у меня вот только под конец подкачалась экзортовая штука. Так, ну замечательно, ребят, замечательно. Так, я напоминаю, ребят, что я вообще сегодня подрубил вас разогреть немного. Напомнить вам еще раз, что на ВК-плей сегодня будет Вудуш против Флешки сражаться. В супер турнире. Вот. Соответственно, всех вас там ждем. Все посты есть, все есть в этом, в чате. Ну вот еще раз, вот тележка. Если что, Вудуш, Флешка. 8 часов сегодня, то есть через 2 часика. Я сейчас еще часик постримлю, потом оффну, настрою на ВК, отдохну и подрублю с полными силами. Будут они, короче, играть впервые в жизни оба в Evil Within. Evil Within они будут проходить с нуля, кто дальше, за 2 часа. Флешка против Вудушающего. Я буду сидеть, комментить и, соответственно, для вас трансляцию стараться делать интересной. Вот, ну и они, надеюсь, тоже будут стараться. Что в этой компании делает Кармик? В смысле, Кармик со всеми знаком, всех знает. Может, там Кармик с Крабиком только не знаком, и то вряд ли. Так. Сколько рейта сейчас? 4700, наверное. Да, 4700. А, давайте на жетоны, пока есть возможность, а то мало ли потом заказы там и, короче. И всех выиграет? А почему он всех выиграет? На канале будет, на моем канале будет на канале, ну, естественно, на канале участников. Будет на канале участников каждом. Флешка за Evil Within не проходил. Я минут назад сказал об этом. Не, ну Хитмана, естественно, Кармику не будут заказывать. Так же, как не будут Dark Souls 2 и Боши заказывать там Гитману, например. Так же, как не будут Battletoads заказывать Сани Вудушу или там Double Dragon. Так же, как не будут Гудку заказывать Доту один на один с кем-нибудь сыграть. И также как не будут заказывать там условно флешки, я не знаю, что флешка Гаммел там особо, я не знаю, Hello Night, он говорил, ему нравился, естественно. А в остальном какая разница? В жизни как у один раз в день, после завтрака. К Детройт Гудку, бля, точно, вот с Детройтом Гудка вообще никто не смог бы соревноваться. Не думал обновить ПК в Таиланде. Купил его полгода назад, братан, пока обновлять не думал. Я что, сам не участвую? Я ведущий, ребят, я ведущий. Я буду комментировать для вас, стараться. Немного хотелось, чтобы это более было так подготовлено в плане анонса всего. Да, мы, по сути, только вчера проанонсили, сегодня уже игра. Но, надеюсь, гуд все будет. Приходите обязательно, гляньте там на фончике, открывайте стрим. Все бы было хорошо, если бы я не убил тех двух проституток. Бля, он так сказал, реально. Ваша очередь запрещать героя. Забавно. Осталось 5 секунд. Блин, я фулл саппорт, эх.
Кого интересного можно взять на пятерочку, ребят? Стоп-чат забалдел такой. Вау. Кункой постакать может? Осталось 5 секунд. Ваша очередь выбирать героя. А, блин, центр Doom, да? Бля, одна параша. Кто на пятерках играет вообще? Просто кринжатура. Как вы играете? Чё на пятерку? Чё не возьмешь? Все герой. Ой, блин, жестко. Сейчас посмотрим, кто легкая будет. Может, бомбу возьмем. Котел. Да мне не очень нравится котел как саппорт. На мид я бы им сходил, может. С муэртой, да? Ну, может, убьем. Медуза сейчас на пятерку не очень. Ей пофиксили. Ей на первом левеле на 400 хп меньше сделали. Здорово, Торрес Хелм, здорово. Посмотрим, что... Интересно. Дом красивый. Ну и урод, кошмар какой. А че эту кнопку убрали? Потрясающая энергия. Я и сам не против. Курил когда-нибудь? Пробовал. Не понравилось. Кого пофиксили? О ком ты говоришь? Торус. Ой, не Торус, а Камеру. О ком ты говоришь? Кого пофиксили? 30 секунд до начала сражения. А, Медузу? Точно. Ну как, не очень пофиксили. 400 хп убрали, это факт. Эх, а мог его сейчас закинуть. Бля, Саня Вуду что ли против нас стоит? Это, блин, очень опасно. Этот зверь на коне. Курил что-то кроме табака? Табак ни разу не пробовал, ребят. В атаку. Отличная идея. Интересно. Ах ты, сучий БХ тут. Бля, зря выпил. Бля, вот этот трик с телепортом сейчас круто делает, да? Что в начале линии гораздо активней. Всякие БХ на линию приходят. Что-то начинается вот это вот. Движушка ранее. I can go top. If you want. You want to post five? Окей. Понятно. Take sentry. Посмотрим, что получится.
Ребят, осуждаю наркотики. И обсуждение их тоже не должно быть в чате. Потому что у нас запрещено законом. Приедьте в Таиланд, сами все попробуйте, что захотите. Если вам 18 есть. Твоя сила и мое испытание. Вашу центральную башню атакуют. Ой, как же дровки классно. БХ пятерочка. Балдеж, наверное, прям вообще. Тебе нравится, я надеюсь? С удовольствием. Я надеюсь, ей нравится. Потанчи, брат, крипов. Потанчи она сейчас переагрит. Да ёб твою медь. Балбесик. Ни за что. Мы щемить должны. Бэтрайдер такой пассивный. Согласен. Часто нажимаю альт. Ну, может, привычка с Варкрафта. Блин, что Питлордик, что этот Бэтрайдер. Не знаю, почему такие пассивные? А сейчас ты залетел тут же, да? Блядь, какой идиот, а? То есть он стоял, когда мы были 1 на 2. Настакал ей 20 стиков. Как только они приходят, как только приходит БХ, он решает давить под пачкой крипов на нее по 20 стиков. Бля, чуваки, ну не хочу с ним стоять. Ну честно, мне кажется, ему одному лучше будет. Давайте вот по факту. Силы света укрепили свои сооружения. Вот он. Да. Сбил ему ботлик. Потрясающая энергия. Бля, как я это не увидел, сука. Так, он шишечку съел, да? На шестом мы сможем с ним убить легко. Найс. Найс, very nice. Вот эта игра, вот этот настрой мне нравится. Это хорошо. I go base, then I come to meet and abuse your bottle, if you wanna stay. You can take rune on bounty.
Отлично. Да. А, сейчас этот вард увидит. Надо было переложить под каплем. Интересно. Я понял. Не хочет, да, у меня ботл из рук брать. Не хочет, да. Я тоже это заметил, не знаю по какой причине. Блин, мидер уходит на 7.50 с мидом. Надо обязательно руну законтролить. Особенно такую против Тинкера. Мне бы, блин, смог сейчас, ну ладно. Понятно. Отлично. С удовольствием. Где Тинкер, как думаете? Непременно. Должен быть где-то здесь. Начнем. Посмотрим количество стаков. Ничего аномального. Здесь тоже. То есть он реально летит на эту линию, дает ракетку из леса, она никого не убивает, он как бы дальше куда-то летит, хрен пойми куда, да? Варлок 8. Непременно. Вашу верхнюю башню атакуют. Так. Вашу верхнюю башню атакуют. Хантера смотрел. Конечно, Хантер из Хантера, имею в виду, естественно, смотрел. Как вы считаете, где больше педофилии, в Hunter x Hunter или в перерождение безработного? Да нет, Тинкер сам балбес, какую-то херню занимается. Интересно. Вашу верхнюю башню атакуют. С удовольствием. Силы света укрепили свои сооружения. Hunter, конечно. Ну, может быть, не знаю. Непременно. Вашу верхнюю башню атакуют. Завтра тебя забудут. Мак наносит удар. Вашу верхнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. С удовольствием. Обязательно пригодится. Не дам. Блин, наверное, он мог застанить, реально. Сделаю.
Так, нормально, трахнул Тинкер. Руну сейчас прочекаем. Так, тут дровочка. Так, у меня это вообще, блин, Рубик прикольный саппорт, пятерочка. А, вот у него тут варги был. Интересно. Я и сам не против. Отличная идея. Про такого Тинкера обычно говорит, поэтому... Ну, он как бы плохо играет, но... В общем и целом, да, вот такая жизнь у Тинкера, видишь, его типа трахают, ему никто не помогает. Ну, он как бы сам многость тоже себе как помогает в обратную сторону. Вообще, он прилетел наверх и умер от Бэтрайдера. Тоже неплохо. Ну, чешется. Согласен. Так, нужно вот тут вардик обновить, да? Смотри, какой хороший поставил. Ну, дровка фармит, старается, как бы. Ходит под этим вардом уже, ну, раз четвертый. Вашу центральную башню атакуют. С удовольствием. Потрясающая энергия. Верхняя башня противника разрушена. Я понял. Интересно. С удовольствием. Отлично. Двойной, ура! Они меня видят как-то, да? Как-то они меня там видели. Очень странно, что они там делали. Что-то там они заприметили. Отличная. Здесь надо вардишон тоже поставить. Вашу нижнюю башню атакуют. Я и сам не против. Вашу нижнюю башню атакуют. Блин, пошло насилие, ребят, пошло. Вашу нижнюю башню атакуют. Вард по-прежнему наш. Они, наверное, думают, блин, да что такое? Как они нас видят? Тут нет вардов. Дум, ой, Дум, Бэтрайдер уже с Октарином, нифига себе. С удовольствием. Все их передвижения я показал. Деньги могут все. Отлично. Бэтрайдер, Бэтрайдер, лук. Хотя бы инвизик возьмем, да? Вардик тоже возьмем. Нижняя башня противника разрушена. Нейтралочка есть, ребят, есть нейтралочка. У нас еще Муэрта при этом есть, вы вообще в курсе? Интересно. Вот. Согласен. Так вот. Вашу центральную башню атакуют. Начали.
Так, тавр не трожь. Сейчас линза будет. Еще что-нибудь возьмем там себе нормальную. Единственное, чтобы у них вот тут вардов не было. Непременно. Я понял. О, нам сюда. Голем сейчас должен кинуть голема. Сейчас должен кинуть. Бля, он хотел кинуть. Как там на Тинкере в паблике? Весело? Веселись, братан, веселись. Сплошной кайф на Тинкере, да. Фармили сок там, что там можешь без шивы. Блин, тоже Тервела, что ли, надо было взять здесь? Здесь как будто Тервела левел 2 надо было брать. Так, вард он вырубил. Вот такие варды надо защищать. Ну, не должен он просто брать и так забивать его. Что это там? Да ёб твою мать, другую кнопку-то ты нажмешь. Чего из всех кнопок он нажимал в последнюю очередь сетку? Она у него еще и прокачана. Ну, ему линза нужна, у него скорости не хватает просто. Что это там? Аганим, кстати, уже у Чао Снайта. Так-то он не сдается. Блин, вот то, что Галлео своровать не удается пока. Сделаю. Это иллюзии все этого. Чаоса. Ага, у них тут вижен. Все, забаррикадировались у себя в этой штуке. Надо разбивать там все. Так, а у меня шар что дает своего, поднимай, да? Мэрти по кайфу так играть? Сделаю. Ну, она по сути пока что плюс-минус правильно играет. Че ей типа делать? Да. Подпушивать этот тауэр, подставляться, она все равно не может, ее убьют. Так, потихонечку, помаленечку работает. А, у Рубика даже рейндж выставления вардов прикольный. Сделаю. Понятно. Что это там? Ну накинь, там же гигантский рейндж должен быть. Блин, про свинку забыл. Был какой талант взять уже. А это что повышает дальность? А, дальность применения это еще увеличит. Блин, жесть у Рубика дальность. По итогу. Так, ну смотрите, минус 3, но Тинкер байбек и умер еще раз. Причем в прошлый раз он по трекам сдох. Вашу нижнюю башню атакуют.
Не, ну, Тинкер Мойер, это видите, как бы стоят друг друга. Разве сегодня не должен быть входной? Ребят, должен быть сегодня выходной. Но из-за того, что сегодня на ВК-плее будет вот этот турнирчик на 2 часа, я подумал, что, ну, если я не подрублю, еще раз вам не скажу, там не напомню, то, ну, вообще никто не придет. Потому что на ВК-плее я почти не стримлю. Ладно, там Саня Вудуш, да, подрубает. Вот, поэтому я подрубил, напомнить вам. Спидранчик нет, турик по спидранам был. Как спидраном, просто по сути, кто дальше пройдет, да? Это не будет, наверное, выглядеть как спидран. Так мы и так не придем. Да, но теперь вы знаете, от чего вы отказываетесь. Тут главное предложить же. С удовольствием. Ссылка есть в Телеграме уже, тут запущу еще раз. Потрясающая энергия. Так, надо блинку сюда фармить. Давайте думать, что мы своровать можем. Ну, ульт Варлока, это очевидно, правильно? Что еще интересного вы предлагаете своровать? Трек это шикарно. Трек это шикарно. Ну, Аганим, очевидно, надо брать. Можно шард взять, да, спасать чела от этого. Так, трек с меня спал. Интересно. Похож, кстати, опять на бота, только помните, как Зевс вчера играл, вообще один в один. Блин, конечно, мимо этого ложка можно было пройти, наверное. Ну кинь голема, тварь, ну кинь голема. Блин, не то я украл. Телепорт. Я даже, кстати, не подумал, что я могу его телепорт украсть. Ладно, я на базу, да, пожалуй. Согласен. Что это там? Порс нужен. Хочу Аганим. Если что, это легкая игра, такая сложная, из-за того, что у нас на кэри бездарь. Ну, чтобы вы понимали. То есть человек не понимает вообще, что ему делать. Он просто 30 минут бьет крипов. Никакого ни подключения, ни какого-то подпуша под с команды еще куда-то. Go take shard, guys, maybe. Our shard very strong. It's all illusions. It's all illusions, guys. Потрясающая энергия. На Тинкере ботик.
То есть они, казалось бы, давно должны были проиграть уже. Мы так загнобили Тинкера. А, у Раста есть шар, да? То есть я поделю его с кем-то там, хер пойми кем. Есть. Найс. Это very good. Нейтралочки бы теперь, чтобы выбили. Отлично. Попробуем сами выбить, давайте. С удовольствием. Час, коммент топ. Я и сам не против. Жесть, у меня дальность притягивания, вы вообще видите какая? Чё, крипочек поубиваете? Нет, дайте шмотку, блин. Сделаю. А я могу притянуть и блинкаут еще сделать. По идее. Я помню. Вашу нижнюю башню атакуют. С удовольствием. Да, то есть еще как бы... 30 минут, да, в такой игре тоже Рошина можно... Да чё, много можно командных действий сделать, знаете? Чтобы команде попроще было. В итоге это Тинкер сварил Шиву, ребят. Это Васян. О-хо-хо-хоу! О-о-о-о! Оборвалась, нифига. Это иллюзия. Это все иллюзии, блин, можно прочекивать. Кто здесь? Кто здесь? Че, я тоже слепаюсь? Мужики, кто? Никто, Рошан. О, какая томная игра, когда вот на кэри такой чел. Прям вот на саппорте прям вообще балдишь. Опа! Это похоже на бота, который на Зевсе играл. Прям очень похоже. Может, реально нейросеточка сделала ботов? Не думаете? Ты видели, как он подбежал к порталу? Он подбежал сюда и направил вот так вот. Бля, чуваки, мне кажется, это реально бот. Просто стоит через атаку, бьет. Деньги могут все. Акбайер. Не, ну мы просто на прошлом стриме обсуждали, где такой же чел попался. Интересно. Бля, Лазар. Да. Лазар тоже неплохо, конечно. Там был Зевс, который играл один в один. Тоже АФК бегал вот так вот. Ничего не делал. Один в один.
И кто-то в чате писал, что сейчас боты такие есть, нейросетки или типа того, да? 3-2-3, видите, в игре 50 фрагов, у тебя у кэрри за 32 минуты счет 3-2-3. Ну, тут в любом случае что-то нечистое, вы сами понимаете. Только вот что конкретно, Акбар или бот, я не знаю. Что-то, я не знаю, как вы, мне кажется, что-то вот точно есть. Одно из двух точно есть здесь. Просто бесполезный чел, играем 4 на 5. Делаем всю игру, да, типа, гангаем всю карту. Но как бы из одного дулабеба, вот так вот. В итоге легко ее сольем. Ну, ребята стараются, видно, остальные. Отлично. Отличная идея. Я понял. Интересно. Ну, я начинаю фармить. Я думаю, все согласны. Ты, бля, четверка. Отлично. Да. Вилус айсинг. Ну, а как выиграть, если нас меньше? Силы света укрепили свои сооружения. Сделаю. Зачем кнопку выложить у фонтана, если она не работает? У него просто, у него как будто запрограммированный, он точно даже не разговаривает. У него запрограммированные как будто бы какие-то действия, и все, вы видите, да, это? Сделаю. Она бегает даже как-то, мега странно. И она показывает, куда она идет, типа, смотри. Ну, либо это очень плохой игрок, я не знаю. Ну, как можно настолько хорошо отыгрывать настолько плохого игрока? С удовольствием. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Вашу верхнюю башню атакуют. Бля, ну и что делать? Слушайте, а мне... Я же сбил, да, линку? Или это он в линку дал, этот? Вашу верхнюю башню атакуют. А тут ничего не сделать. Мы не должны были идти там. Типа не вижено, ничего. Я линку сбил, а как он... Дума не ваша было. Верхняя башня разрушена. Не, если бы он дум дал, мы бы нормально подрались, я думаю. Вашу центральную башню атакуют. Силы света...
Бля, ну кто опять глич нажимает? Ни одного крипа, сука, не было. А какие, блядь, черти играют, а? Бля, вышки под защитой, какая-то тварь жмёт. Вот просто, понимаете, это не игра 5 на 5. Это просто с самого начала игра примерно 3,5 на, блин, 10, блин. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Муэрта как будто реально 1К качается в лесу, типа. Мне нужен вижен, чтобы спелс своровать, да? То есть мы тут подошли, тут один чаус, варлок откуда-то из леса кидает, его даже не видно. И все. Отличная идея. Как можно, да, такую игру проиграть? С ума сойти. Глянем демку. Да он вон что-то начал писать, типа, подождите, надо на БКБ, хотя, может, это запрограммировано, но можем чуть-чуть посмотреть. Потому что все равно непонятно, как может человек настолько плохо играть на этом рейтинге. Вашу нижнюю башню атакуют. Охренеть, как это меня достает-то, ёп. Тинкер без призмы, бля, какой кретин вообще просто. Надо было... Вот ошибка то, что ребята решили, что надо какие-то смоки нажимать. Дофармили бы. Вот был бы у меня Аганим, было бы у меня хоть что-то. Было бы нормально. А так херня полная. Ну что ж, ну. Не все ж побеждать, правильно? Я и сам не против. Не все побеждать, ребят. Я тоже такие выигрывал, когда, ну, когда я с их стороны был, грубо говоря. Он даже сейчас пошел эншейф фармить, посмотрите на него. Ваши нижние казармы атакуют. Ваши нижние казармы разрушены. Ваши нижние казармы разрушены. Но, ребят, я видел, тут еще почему я сомневаюсь, я видел игры на 2000 рейта. Я знаю, что люди так играют. Реально, чел на кэри бегает всю игру по лесу на 2000 и думает, что типа он все правильно делает. Поэтому... Вашу крепость атакуют. Он сейчас что-то высрал. Вашу крепость атакуют. Да. Вашу
тьмы. Не, ну такие игры можно выиграть, такие можно игры выиграть, только надо вовремя это, на фарм переходить жесткий. Мужик, привет. Здорово. Поможешь с вдушевым договориться, чтобы вы спидрын провели на Твиче? Мне неудобно. Думаю, со мной все согласятся. Ну все, базару ноль. Ссылку на Твич в Телеграме дам. Ну, не знаю. Может, кто-то нейронку реально обучал в чат что-то высирать? Может быть. Давайте глянем. Так, Саня анонс дал. Ребят, еще раз напоминаю, через час заруба флешка против Санька Вудуша на ВК Плей. Турнир. ВК Плей сейчас спонсирует много турниров. У них был по PUBG у Ламыча, по Хардстону у Сины, да, у Сани по героям уже второй. И вот меня позвали со спидранами. Посмотреть. Посмотрим, как зайдет. Надеюсь, ребята покажут топовый контент. Будем смотреть. Как насчет той катки с детства? Там еще более подозрительно. Там вообще пиздец. Да это Акбайры, чуваки. Я думаю, что... Я реально бы не видел, как на 2К играют, потому что много людей стримят этот рейтинг. Я бы подумал, что действительно, что очень странно. Он еще так ходил, видели, он в портал заходит, вот портал, он проходит, раз, и вот так вот, типа. К спидрану они не готовились, ребят. Решили не готовиться, потому что у Сани не было времени. Флешка уступила. Сегодня рассказывает на стриме. И тоже не стал готовиться. Но будет интересно, потому что игра балдежная. Кто смотрел, я играл в финал с Гитманом на Мегафон-ивенте по этой игре. Я открыл даже записи. Окунулся снова... В эти комментарии кекисные. Бля, класс, вообще. Балдежно. Я буду комментировать, да, я буду комментировать для вас, что-то объяснять и так далее. Я проходил Evil Within на Акуме, ну там я не знаю до какого момента, но, короче, много фишечек знаю, но не помню их. Вот, прям хорошо. О, пошла. Давайте глянем быстро. Они будут не на Акуме, они на Найтмэре будут играть. Но там тоже жопки разрывают. На Акуме, чтобы вы понимали, любой источник урона тебя ваншотал. Любой. Уже? Чё это, блядь, было? Что это было? А, нет, сейчас нормально, это глюк какой-то был. Видели, как камеру дернуло? А сейчас не дернуло. Да нет, жмет сам. Нейронка бы... Никто бы не научил нейронку так жать. Магазин открывает. Нет, просто аккаунт купил. Просто чел аккаунт купил, ну молодец. Да, вон читаю, что предмет дает. Центральную башню сил тьмы атакуют. Мы там убиваем всю карту, можно заканчивать уже, можно подпушивать лайны. Верхнюю башню
башню сил тьмы. Нижняя башня сил света. Да не, человек реально. Это реально человек. Рошан убит силами тьмы. Ну, купил, ладно. Интересно было. Там Зевс, да, тоже была катка с Зевсом. А вот кто не видел, Зевс четверка был, по-моему. И точно так же играл, один в один. Просто 40 минут бегал по лесу, кидал крипы в кост. Вот 40 минут он просто бегал, ничего не делал. А как ID его глянуть? Хотя, может, так глянется. Сейчас на дотабафе гляну. Зевса не смотрели. Да что-то так пообсуждали и забили, но вот второй чел попался один в один такой же. Две тысячи... Ну, короче, 4000 игр, 51% винрейт. Очень как-то странно. Поражение 23 минуты 1-0-2. Не знаю, что сказать вам, ребятам. Так, задоджили, да, его? Остальные старались. Калибровка как-то закинула. Да, неважно, ребят, в любом случае, репорты, доджи, все. Челленджа нету, ребят, слава богу, особо как бы не переживаешь. Ну, попал, просто часто попадаются, но удивительно, сколько часто. Мне кажется, все-таки в большинстве случаев это все-таки Акбайер. Не бывает, что человек выпил пивка и стал вообще ничего не понимать в игре. Мне кажется, когда человек выпивает пивка, он становится, наоборот, более агрессивный, да, там какой-то типа «Вперед, пацаны, на полной скорости», типа. Что-нибудь такое, мне кажется. Как может быть у Кэрри стата... Как может быть у Кэрри стата вот 3-2 за 30 минут, если в игре было, напомните, там 50, я сказал, да, фрагов? Жестко. Это жестко. Так, ребятки, смотрите. Сейчас я вам покажу еще раз. Очень важная информация, ребят, потому что турнир крутой, и, блин, надеюсь, все круто будет. Смотрите, сейчас, ну, я, во-первых, вам в чатике вот все ссылки дам на флешку, на кекса и на вудуша. Я сейчас пойду отдыхать, через час я подрубаю у себя на канале кека-сека, это я, вот. Регаться тут не обязательно, просто заходите. Я сейчас все настрою. Подредактирую там, будем смотреть за Вудушем, будем смотреть за флешкой, будем с вами общаться чисто к теми, кто в чате, вот, заходите, тут легкий логин есть через ВК, Google, Mail, там, короче, там легкий логин, там, в одну кнопку, в один клик, вот, и будем смотреть Evil Within от Вудушающего и от флешки, всех жду, за что репорт, если он плохо играл, он же не руинил, а за то, что он явно играл не на своем рейтинге. И в конце я ему репорт дал именно в тот момент, когда он даже не пришел драться за последние бараки. Без жоп в чате. Не знаю, тут, возможно, жопки есть. Вот, ребят, короче, подписывайтесь на телегу. В телеге я сейчас еще все ссылочки дам. Вот, обязательно подписывайтесь.
И в 8 часов, через час я вас всех жду. Все, пока. Увидимся через минут 40. И поедем играть, ребят. Все, спасибо большое всем, кто на эту короткую трансляцию пришел. Жду вас на ВК Плей. Вудуш, флешка. Должно быть круто. Пока, ребят. Если бы ты на патруле играл эту катку, ты бы забанил его? Абсолютно точно. Я бы посмотрел стату. Если у Кэрри стата 3-2 в 30-минутной, 35-минутной игре, где 50 фрагов, и он при этом не приходит даже на деф, естественно, это, блин, изи-килл. Все, давайте, ребят, жду.